Помни, хочешь поиграть со мной в... Помни. Ты как будто кое-кем одержима. Рогата, прости, у меня были дела. О, тебе нравится Джекс? Типа того, вот только он не знает. Ты что, надо ему сказать. Ну ладно. Теперь-то тебе не нужно будет каждый раз панически строить крепость. С ума сойти, Джекс, ты лучший. О, вон он, смотри. Надо подарить ему что-то. Букет, например. Как будто идея так себе. Просто попробуй, ему понравится. Ладно, я попробую. Почти готово. Джекс? Помни, я занят, передай мне молоток. Я хотела подарить тебе. Спасибо. Нет, не может быть. Ты что, не знаешь, что такое молоток? Не бери в голову. Сам виноват, что доверился тебе. Но я просто... Рогата! Попробуем по-другому. Напиши ему стихотворение. Точно! Держи. Расскажи о своих чувствах со всей честностью. О, это я могу. Я этих глоинков в пол втопчу. Черт! Ой, все, вы меня поймали. Ой, моя маска. Ох, я им задам. Где же он? Джекс? Моё! Нет! А ну вернись! Не дождешься! Ну хватит уже! Ой-ой! Ну все, ты попался! А ну верни! О, да! Тебе крупно не повезло! Кушать, 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 да. Кушать, кушать! Кушать! Что за фигня? Дай хватит! Кушать! Да не подняшки! Эй, а ну кыш отсюда! Помни, что случилось? Ты в порядке? В порядке. Спасибо, что спросила. Вечно эти глоинки. Мусор за собой оставляют. Я пойду. И снова провал. Может, испечем шоколадный торт? Да, отличная идея. Вот так, да. Что-то тут не так. Нужен цвет получше. Кейн, мне нужны ингредиенты для торта. Не поможешь их достать? Держи торт. Да. Он прекрасен, спасибо. Обращайся. Надеюсь, ему понравится. О, нет. Тортик, можно мне кусочек? Это для Джекса. Но я так хочу есть. Эй, помни, один кусочек, ну пожалуйста. Я сказала нет, и не приставай ко мне. Ой, я одолжу. Отдай. Она и правда испекла для меня торт. Какая прелесть. Что? Нет, что случилось? Похоже, торт был не совсем для меня. Я пошел. Почему именно я? Вкуснотища, можешь сделать еще один? Это все ты виноват. Ой, мне так жаль, помни. Может, придумаем что-то еще? Нет, с меня хватит. Прости. Эй, чего плачешь? Ну и видок у тебя нелепый. Ну, рассказывай. Я хотела испечь для тебя торт, но потом пришел Кауфма и сожрал его целиком. Жадюга, ну ты не унывай, я принес нам мороженое. Джек! Наслаждайся. Как мило, спасибо. Немного нежности никогда не повредит. Ауч! За работу, девчонка. Что? И поторопись, у тебя 3 минуты. Но сколько надо на зонтик? О, нет! Что нет, это? Нет, тебя ждет плохо! Меня точно не ждет! О, нет! Я почти закончила. Да, я тоже. Я вот-вот. О, нет, моя маска. Ну, по крайней мере, никто не видел. Правда? Нет, я видел. Боже мой. Эти печенья просто дичь. Слишком медленно. Я покажу тебе высший класс. Та-дам! Ничего себе! Отлично. Слушай, Кейн, помоги, а? Конечно же! Готов. Ой-ой, поймал. Я за тобой слежу, ушастый. Да-да, пошел нахуй. Какой же мрак. Приветики. Да сколько можно меня пугать? Завязывай. О, ладно, сейчас достану тебе печенье. Вот так. Надеюсь, получится. Эй, что это было? Упс. Это еще что? Привет. Пока. По крайней мере, я пыталась. Эй, ты, клоун, где твое печенье? Вот же оно. Ах ты предатель, отдавай. Эй, вы, она сломала мое печенье. Это неправда. Так, показывай печенье. Вот же. Ладно, живи пока. И буду. Вот так. Поторопись, у тебя всего 30 секунд. Часики тикают. Вот черт, надо ускоряться. Вот тут вот так и готово. Да, получилось.
уважаемый охранник, взгляните, у меня получилось. О, нет, стой, стой. Выбыла. Я не понимаю. Да что с ним не посмотри, что ты наделал! Ты сам его уронил. Тебе я тут конец. Ни при чем. Ты был мне как брат. Я любил тебя. Рука у него тяжелая. А? Даже не треснула. Я почти у Телли. Почти. Да, ха-ха, получилось. Молодец. Да, я молодец. Эх, ладно, секундочка. Готово, смотрите. Отличная работа. Но почему именно пять зонтик? 5 секунд. Что? Черт, засада! Давай, помни, быстрее! Я не успею. Я это сделала! Ю-ху! Да, я лучше всех! Ой, упси. Ты проиграл. Офигеть, а как же, выживает сильнейший. Эй! И клоуны в самом не запихивают цепочки, просто чтоб ты знала. Козёл! С Рождеством! Вперед, пузырек, мы должны доставить всем подарки. Да-да-да-да-да! Все зависит от нас, нам нужны сани. Сани, офигеть! Ну что, погнали, пузырек? Погнали! Нужно больше пузырьков. Мы готовы! Мы готовы! Тогда летим! Туда летим! Неужели мне не суждено найти выход? Паркуемся, пузыречки! О, стоп! И? Что ты делаешь? Счастливого Рождества, помни! Мы принесли тебе подарок! Вот он! Подарок? Открой его! Надеюсь, он тебе понравится! Что это может быть? Стрела? Может быть, она указывает на что-то или... Стоп! Это выход? О, боже! Это реальность или я сплю? Спасибо, Кейн! Где это я? Это здесь я попала в цифровой цирк. Компьютер отключен. Я свободна! Наконец-то! Не день, а какая-то полная лажа. Чего нос повесил, Джекс? Чего? Тебе все еще скучно? Подарок? Открывай, это тебе! Серьезно? Чума! Я даже представить не могу, что там внутри. Эпаньк! Сезам, откройся! Да ну, глазам не верю! Санта Кейнос, ты волшебник! Ю-ху! Всем занять позицию! Это лучшее Рождество в моей жизни! О, любимая моя, как же я скучаю! Вот бы ты была рядом! Веселье приносит подарок! Бодрящий. Это мне? Праздник Хорнстромпа всегда настоящий! Что у нас тут? А? Не понял. И что с этим делать? Ладно, и что? Шахушки-матушки! С таким дворцом и подушки не нужны! Дорогой, это ты? А? О, боже мой! Я так скучал, моя королева! О, я тоже, милый! Ну что ж, мы угадали с подарком! Отлично! Ой, я никому не нравлюсь. Даже подарков на Рождество не подарили. Это не так! А, Кейн, а ты что на себя нацепил? Хоу-хоу, Кейн? Не знаю такого. Сегодня Рождество, я Санта-Клаус, а это мой верный олень Пузырек. Приятно познакомиться, рогата. Познакомься с ним. Ну, ладно. Твои друзья любят тебя больше, чем ты думаешь. Задумайся об этом. Мы тебя очень любим. Я тоже вас люблю. Если бы я что-то могла пожелать на Рождество, загадала бы познакомиться с парнем. Ты это заслужила. Это то, о чем я думаю? Привет, милашка. Привет. Не хочешь куда-нибудь сходить? Хочу, куда угодно. Блин, что ни делай, в зеркале ужас. Бесполезно. Наверное, легче просто сдаться. Привет, зуби-буби! А пугать было обязательно? Привет, пузырек, тебе идет. Я северный олень, и у меня для тебя кое-что есть. О чем ты? Подарок? Это мне? Серьезно? Можно посмотреть? Что это? У нас косплей-вечеринка? Оу-оу-оу! Это не для косплея! Давай сейчас помогу! Эй, не смей! Нет! Ну вот! Как тебе? Ого! Я такая красивая! Посмотри на ноги! И не думают отрываться! Круто! Мне нравится, Кейн! Счастливого Рождества, Зубл! Это лучшее Рождество, Кейн! Я задыхаюсь! Но почему она все время ломается? Что такое, Гэнгл? Ты почему сидишь грустишь? Маска опять раскололась! Так надоело! Санта все исправит! Санта? О! Подарок!
ты серьезно что-то для меня приготовил? Ой, не могу открыть, руки слабоваты. Ни слова больше. О, маска. На этот раз неуничтожаемая. Вот это да, устроим ей краш-тест. О, невероятно. И еще один подарочек от меня. И красивая. О, спасибо, Пузырек. Эй. Пойду покажу ребятам. Ей понравилось. Отличная работа, дружище. Держи. О, подарок? Мороженка. Спасибо, Санта Кейнус. Ты заслужил это, мой друг. Ну что ж, пора домой. Ну и денек. Что-то я притомился. Ай, ну, я все равно не ждал, что мне кто-то что-то подарит. Ну, по крайней мере, мои друзья счастливы, и только это имеет значение. Сюрприз! Ребята, вы пришли! И не с пустыми руками. Что там? Давай, открывай. Ого, мы тут все! Какое чудесное фото! О, друзья мои, да это лучшее Рождество на свете! Счастливого Рождества! И с Новым годом! Я больше так не могу! О, нет, Молли! Сюда, быстро! Да. Давай! Чуть не попались. Вы хотите, мои хорошие? Мы в безопасности. Что? Что это было? Ты чего? Что же я? Ну, привет! О, нет! Бежи! Быстрее! Нет! Даже не пытайтесь меня надурить! Опа! Нет! Нет! Отлично! Ты в порядке? Вы меня хоть как-то уведомьте в следующий раз. Ладно. Что? Иди полезай! Кейн! Давай убираться отсюда! Нет! Что ты наделала? Так, а где остальные? Да! Я с тобой мигом разберусь, королёв! О, нет! Какая классная крепость! Фух, еле успел. А? Нет, не бей меня! Что? Ой! Эй, смотри, куда прёшь! Прости. Вот чёрт! Игрушки, неплохо. Ну что, поиграем, например, в гольф? Да, нет, пожалуйста. Пендель в небеса. Бежим отсюда. О, нет. Из чего бы я рассеиваться? Что? Ты это с ней сделал? Чего? Да нет. Джекс, я нашла выход. Ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту. По-моему, это выход для чего-то другого. Да, ну конечно. Помни! Помни! Она же сейчас рассеется. О боже, сколько же ей осталось? Она будет похожа на тебя в твои худшие времена. Где выход? Ой, ну да, все. Эй! Она близко! Надо уходить. Да, бежим. Что? Что теперь? Туда! Стоять! Точно! Что нам делать? Может, устроить для нее ловушку? Давай! Где? Где? О, нашла! Глорик! Умри! Помни! Я нашел выход! Выход? Да, иди за мной! Помни! О, нет! Она за ним не пошла! Эй, смотри! Там выход! Да, я знала! Рогата, спасибо! Ты лучший в мире друг! О, спасибо! Я буду скучать! Я тоже! Не забывай меня! Никогда! Да! Бэм! Это за то, что ты меня стукнула, юная леди! Но... Народ, давайте-ка поставим вас на ноги! Вот так? Значит, выхода нет? Помни, вот тебе! Давай, лосипка, припи... Выход! Мне нужен выход! Ты в порядке? Просто верни мне мою прошлую жизнь! Я уверена, что хочешь свое ужасное прошлое. А? Ты что-то о нем знаешь? Ну да, я... Может, все же расскажешь? Ну, я... Рассказывай, я жду. Что ж... И теперь ты поиграем? Не, я занята. В детстве ты была не очень общительной. Жаль.
Беги! Больно! Пошел нахер, транс-рот! В порядке! И не лезьте ко мне больше! А? О, это кажется твое! Хочешь? Эй, отдай! Лошара! Поймал! Отдай! Для этих детей ты была просто шуткой! Хватит с меня! Отдайте! Твой Nintendo Switch был в смертельной опасности! Попрощайся со своей приставкой! Нет, не надо! Упс! Нет, мой Switch! Так тебе и надо! Так, хватит шуметь! О, нет! Моя приставка! Хулиганы не переставали издеваться над тобой даже на уроке. Тишина! Тихо все! Ну ладно, у меня еще есть геймбой. Зацени. Эй, дурак! Ого, геймбой! А можно мне поиграть? Чего? О, нет! Вот как? Учитель! Она играет в приставку! Дай сюда! Ну, спись. Так тебе и надо. Позвольте представить, ваш новый учитель по естествознанию, профессор Кейн. Всем приветики, я ваш новый учитель. Удачи, у меня отпуск. Что ж, пора учиться. Чего? А где мой рюкзак? Не ты ищешь. Кажется, тут пара страниц лишние. Ломай гроши. Мои вещи. Достала! Ты гадун, выпнок сытый! Жестко! Жестко! Ты заплатишь! Получай! А, вот тебе! Дети, дура. Дети, пожалуйста, хватит! Дурак. Зачем же драться? Ненавижу школу! Ну, не плачь, идем! Что там случилось? Расскажи мне. Все меня дразнят за то, что я люблю видеоигры. Знаешь, у меня есть VR. Можешь поиграть, если хочешь. Куда это вы направляетесь? Она плохо себя чувствует. Да. Воспаление хитрости? Я отведу ее в медпункт. Хорошо. Что? Эй! Гони бабки! Ты провалил экзамен, ты вообще в курсе? Что? Вот мы и пришли. Можешь надевать шлем. Впервые играю в VR. Так интересно. Круть. Теперь ты всегда будешь счастлива. Где это я? Чего? Это еще что? Что происходит с моим телом? Что это за место? Что за фигня? Так вот, что так случилось. Так все и было. Получается, ты ну. А ты, небось, один из хулиганов, не так ли? Получи! Ну, что-то никогда не меняется. Пора наполнить эти стены магией розового. Ничто не останется без внимания. Даже вы, Глоинки. Доброе утро, что? Кейна. Что тебе нужно? Я вот и нарисовал нас с тобой. Ты нарисовал? Ты такой забавный. Тратишь свое время на такую ерунду. Я сделал это с любовью. Позволь, я тебе кое-что скажу. Это место полнейшая безвкусица. Все пестрит. Я хочу, чтобы все вокруг было розовым. Да, я не подведу тебя, обещаю. Это я и хотела услышать. Постой! Что происходит? С дороги! Смотри, куда прешь, гадкая скоморошка. Что ты сказала? Кейн! Эй, помни, ты в порядке? Здесь. Она у меня Кейн, с характером. Она ужасна! Расстанься с ты ней! Ты шутишь? Я не оставлю ее ни за что на свете! Я люблю ее! Если она хочет все перекрасить в розовый, то так тому и быть! Я сделаю все, чтобы ей угодить. И Гэнгл крикнула. Ты не пройдешь? Да, я так. Так, что у нас тут? Ясненько. Эй, девчонки, что читаете? Так, какие-то кольца, Саурон. Скукота для карапузов. Зачем? Я же главный герой. Эй, так нельзя! Это было очень некрасиво с твоей стороны. А, захлопнись уже, страшилище. Страшилище? Тут на требуется рука мастера. Хватит, психованная! Ничего не изменилось. Ты стрёмная в любой конфигурации. Хватит, это уже слишком. Прекрати это, не то Кейну расскажу. Неужели? Так давай его позовем. Давай, раз ты такая смелая. Что ж, Кейн, иди сюда. В чем дело, моя дорогая? Чем я могу тебе помочь? Что это за тряпки на рогате? И что конкретно ты от меня хочешь? Я же сказала, все должно быть розовым. Хорошо, успокойся, милая. Прости, рогата. Кейн? Мое платье мне не нравится. Кейн, почему ты ей это позволяешь? Ну ты смешная, Гэнгл. Кейна просто хочет сделать как лучше.
Вот видите, скоро здесь все будет моим. Что будем делать? Я вас уделаю. Это мы еще посмотрим. Вот тебе. Что это за бардак? Неприемлемо! У вас большие проблемы, молодые люди. Сейчас же наведите порядок. А, у нас тут потная катка, уйди. О, негодяй. Ну, я тебя научу. Будешь знать, как грубить женщине. Дай ты нам поиграть. А? Что? С чего бы начать? Точно. Прощай, дурацкий автомат. Прощайте, тупые журналы. Нет, мои комиксы. А это вообще пожалуйста, уже ни в какие ворота. Не трогай мою крепость. Это мой мир. И по моим правилам мусорить нельзя. Нет, это же не мусор. Ну вот, ты довольна? Лимитированное издание. Хватит с меня. Правила у нее. Не смей обижать моих друзей. Не лезь в это, зайчонок. Какого? Расколдуй меня. Ну так ведь лучше. Кей. Привет, милая. Я все сделал, все теперь розовое. И что ты хочешь? Медаль очень впечатляющая. Но, милая, прими хотя бы эти цветы. Ой, какие красивые. Я дай люблю сюда. Тебя. Что? Но не для этого. Да, да, да. За работу, лентяй. Куда она? Получай. Все будет так, как я скажу. О, нет, мой фраг. Кейн, помни. Что происходит? Все идет своим чередом. Посмотри, что она сделала с Джексом. Ебанкуя пизда, спиздять. Ты ведь собираешься с этим что-то делать, да, Кейн? Ладно, я подумаю об этом при случае. Кейн, постой, это надо обсудить. Нам хана. Ну вот, все идеально. Со мной цифровой цирк станет настоящей сказкой. Здесь все будет по-моему. Привет, нам надо поговорить. Ты портишь мне настроение одним своим присутствием. Подумал, и мне кажется, ты была грубовата с нашими друзьями. Не могла бы ты... Я очень даже вежлива. Это ты и твои друзья абсолютно невыносимые. Теперь этот мир мой, милая, и меня никто послушай. Не остановит. Ты меня ударила. Еще прекрати. Ты только и делаешь, что втаптываешь других в грязь. Какая свирепая скоморошенка. Ах, Помни, остановись! Вау! Неси, хитропиванная. Пожалуйста. Ужаснее слов я еще в жизни не слышала. Извинись! Жизнь, боль. Ты ударила Помни! Как ты могла? Очаровательно. Ну все, меня достали твои выходки. Ты ведешь себя как тиран. Но я... Убирайся отсюда! Но, любимый, ты серьезно? Не желаю тебя больше видеть, прощай! Ты разбиваешь мне сердце! Наконец-то это закончилось! Помни, поговори со мной! Я в порядке! Рад это слышать! Надо вас починить, друзья! Ура! Да! Да! А в качестве извинений с меня пир! Да! Да! Привет, девчонки. Чё как? Я такой очаровашка. Он бесподобен. Скажу ему о своих чувствах. Не так быстро, дорогая моя. Он мой. Идеальный подарок. Ох, она хочет к нему подкатить? Привет. Привет. Я просто хотела подарить тебе это. Вау, подарок? Вот это да. Спасибо. Не за что. Нет, невозможно. Это был мой подарок. Помни, убери за собой мусор, пожалуйста. Фу, из мусора тут только ты. Я не мусор, я король. Здорово, бро, как делишки? Да нормально, потихоньку. Хочешь поиграть со мной в плойку? Еще бы, я в GTA 6 поиграл. Да, игра года. Идем? Идем. Отлично. Я узнала все, что надо. О, у меня просто замечательная идея. А, Кауфман, опять ты насвинячил. Привет, помни, что такое? Ты ведь можешь создать что угодно. Конечно же, за кого ты меня принимаешь? Тогда ты можешь создать GTA 6. В мгновение ока, держи. Потрясающе. Кайфуй. Я твой должник, Кейн, спасибо. Постой. Что? Разве GTA 6 уже вышла? Хватит болтать, займи свой рот делом. Эй, я просто спросил. Предлагаю играть по очереди. Согласен. Привет. Помни. У меня для тебя подарок. Что? GTA 6? Круто! Чего? Отличная игра. Как насчет этого? Целая коллекция. Рогата.
Мне это больше не нужно. Мой подарок. Я лучше пойду. Ладно, давай уже играть. Давай. Погнали. О, совсем забыл поесть. Да ладно, потом когда-нибудь. Они проголодались. Ну, конечно же. Приготовлю для них что-нибудь вкусненькое. Теперь подождем и... Готово! Теперь он точно обратит на меня внимание. А потом мы поженимся и будем жить долго и счастливо до конца своих дней. Надеюсь, он... О, нет! Это что такое? Так, слушай, это невероятно. Добавки? Офигеть! Жрать не пережрать! Рогата, ты так много сделала для меня. Спасибо. Ой, лапочка, не стоит благодарности. Мне не завоевать его сердце. А? Черт. Кто это был? Это просто помни. Не обращай на нее внимания. Не, помни! Постой! Куда ты? Я полное ничтожество. Помни. Ты чего? Почему ты плачешь? Рогата во всем лучше меня. Я так не думаю. Она просто завидует. Она не в моем она вкусе. Она тебе не нравится? Тогда... Ну вот именно. Мне нравишься ты. О, мне кажется, я сейчас взорвусь. Хочешь поиграть со мной? Конечно. Я за. Отлично. Значит, ты любишь видеоигры? Что? Он променял меня на нее? Чего тебе? Я, кстати, все еще свободен. Что ты сказал? Отвали. Ай, черт. Нахал! Ты так и останешься старой ебанутой пи***ой, девка с***ная. Я пошутил. Да как ты? Что? Я тебе сейчас твою счастливую лапку оторву. Рогата, прекрати! Это они так флиртуют? Похоже на то. Они сошли с ума. Иди к нам, Джексон. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Друзья, пожалуйста, остановитесь. Куда же ты бежишь, сволочка? Мы еще не спели тебе серенаду. Ребята, я держу ее. Наконец-то, ура! Эй, хотите знать, как я докатился до жизни такой? Сейчас расскажу. Мне срочно надо пипи! Джекс, осторожно, сдвинь на них! Гэнгл, ты не вовремя! Туалет! Вот это удача! Фуф, ну я пошел. Ну где? Опа! Что это за место? Тут столько всякой всячины. Интересненько. И что за псих-то обосновался? Расскажу, так никто не поверит. Ладно, пора назад. Воу! Ай! Что это было? Как странно! А? Что за фигня? Я стал девушкой? Черт, 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 черт! Ну, я ему и говорю. Девочки, помогите! Джекс, это ты? Да, я случайно выпил какое-то странное зелье. Вот это женщина. Королёр? Здравствуй, прелестница. Скажи, ты не замужем? Королёр, это же я! Конечно, ты любовь всей моей жизни. Капец! Дорогая, мы рождены, чтобы быть вместе. Королёр, стой! Кто хочет бургер? Ой! Моя голова. Ой, извини, Кауфман. Ты такая красивая. Хочешь? Фу, нет уж, спасибо. Твои глаза околдовали меня. Да что с тобой не так? Мне нужно идти. Пожалуйста, подожди, звездочка моя. Она моя. Нет, она моя. Я первый ее увидел. Вот тебе клоун. Мужчина. Ты меня достал. Пусть она сама решит. Они еще там? Голубушка моя, где ты прячешься? Совсем уже. Смотри, я нарисовал это для тебя. Это ты. Хватит я. Ко мне приставать. Она ушла. Кто-нибудь. Смотри, я приготовил для тебя тортик. Это ты и я. Спасибо, но мне пора. О нет, не уходи. Ёк-макарёк. Ну, сэр, считайте сделку у вас в кармане. Кейн, мне очень нужна твоя помощь. Надеюсь, ты не галлюцинация. Нет, и ты туда же. Может, сходим вместе поужинать? Да, я бы с радостью пошел с вами. Упс! Ребята, хватайте ее! Я спасу тебя, моя принцесса, не волнуйся, я рядом. Спаситель фигов, нюхни-ка! Ох, аж слезы вышибло! Любовь моя! О, нет! Ты выйдешь за меня! Ну, конечно же, нет! Черт! Что это вообще за сюр? Что? Эй, а ну отпустите меня! Отлично, парни! Капелька парфюма и... Ну же, поцелуй меня! Совсем уже крыша потекла! Ну и характер за ней! Она моя! Нет, моя! Надо что-то делать! Да! Куда же ты, булочка? Ну, Кейн! Ребята, ну, я держу ее! Наконец-то! Ура! Выбери меня! Отпусти! Мил! Что? Что? Куда она делась? Жесть! Еще одна психотравма. Я же говорил, что я не девушка. А как так вышло вообще? Я не хотел, я искал туалет. Класс. Ой, не та дверь. Да, давай угорай. А
ну, вернись! Сейчас же! Еще и ржет. Отдай! Не-а! Я быстрее тебя, пока! А? Ты заплатишь! Получилось! Да, сэр! Кто следующий? Вот наша цель! О, вроде неплохо. Давай, за дело! Да, сейчас будет шоу! Рогата, у меня есть кое-что для тебя! Ты испачкал мне платье! Поймай меня, если сможешь! Вот негодник, вернись! Ей как будто чего-то не хватает. И вот тут, вот так. Вот это высокое искусство. Ты что сделала? Держись подальше от моих картин. А ну пусти! Эй, оставь ее в покое. Джекси? Лови! Что? Ты в норме? Да. Ну, я рад. Спасибо. Ну что, продолжим? Да. Вы чего делаете? Так нельзя. Ой, отстань. Думаешь, ты самый умный? Вали, пока мы все твои игрушки не поломали. Нет, не надо, простите. Я пойду, пока. И не надейся на победу, я круче, чем Шакила Нил. Баскетбол отстой, я бы лучше в футбол сыграла. Нет, ребята, что делаете? Можно с вами? Почему? Нам слабаки не нужны. Эй, а нам можно поиграть? Нет. Раз нельзя нам, нельзя никому. И хватит. Где вы это взяли? Ты меня бесишь, всегда мечтал так сделать. Не стреляй. Огонь. Что, пузырьки? Вы меня напугали. Черт, одни страдания. Ой-ой, бежим! А ну стоять! А теперь можно поиграть? А где мячик? Чего? Прочь с моей дороги! У меня важное дело! Что нам делать? О нет, глоинки! Я разберусь! Кыш! Давай, давай! Чуть не попались! Получилось! Да, мы молодцы! Вы думали, это меня остановит? О нет! Стоять! Я от вас не отстану! Он нас догонит! Стоп! Прыгай в карт! Да! Да! Попались! На старт, внимание, марш! Да сколько можно? Офигенно! Смотри, крепость! Несем ее! В атаку! Кто это там? Стойте! Умоляю! Не надо! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Моя крепость! Ура! Видал? Ага! Мой дом! Как вы посмели? Ай-яй-яй! Я этого так не оставлю! Отвали от него! У меня есть идейка! Погнали! Ну так что ты задумала? Вот, что скажешь? Просто бомба! Давай сюда! Да! Как бы бахнуло! Круто! Ломай, кружи! И напоследок... Это что? Я вас проучу! Идите сюда! Наглые детишки, вы еще пожалеете! Хватит с меня! Помогите! Как же вы достали! Мы в ловушке! Ну что, есть что сказать напоследок? Привет, детишки! Ну и в подвал, Кауфман! Несправедливо! Вовремя я! Вы наказаны! Мы чуть не умерли! Я так испугался! Думаю, они усвоили урок. Вот незадача. Кажется, чего-то не хватает. Точно! Простите нас, нам очень стыдно! О, ну конечно! Славненько! Все разрешилось, давайте праздновать! Потрясающе! Спасибо, Кейн! Ну? Твое здоровье! О, нет! Ну что ж! Помни, пойдем на свидание. Что? Я вообще-то занята! Привет, Пом! Я принес тебе шоколадки! Обожаю шоколадки! Все планы прахом! Ну как так-то? Давай сфоткаемся! Сыр! Круто! Я знаю, что делать. Ну что, идем? Прыгай. Иду. Та-дам. Ой, а? Что-то я проголодалась. У меня есть идея. Ого. Эй, ты куда? Ты только посмотри. Хочешь попробовать? Конечно. О, как вкусно пахнет. Эй, Пом-Пом, я приготовил обед. Отпад. Ну вот опять. Он во всем лучше меня. Чего не весил, нос повесил. Помни, меня не любит. А, любовное зелье, верное средство. Вот, смотри. Держи пузырек, выпей. Я люблю тебя, Кейн. Видишь? Я тебя понял. Все будет офигенно. Привет. Привет, Джекс, все хорошо? Итак, за дело. Давай помогу. О, спасибо. Увидимся, дорогуша. Так, пары капель хватит. Туда б еще зефир. Кофе?
кофе готов, друзья. Ты уже пробовала? Вкуснотища. Пока нет. Так попробуй, ты не пожалеешь. Хотя бы глоточек. Джекс, привет. О нет, отойди от меня. Джекс, не убегай. Не надо. Это нехорошо. Джекс, милый, где ты? Где она? Надо валить. Чего это? Я люблю тебя, мой король. Я придумал. Я самая счастливая. Привет, Том. Смотри, что у меня для тебя есть. Ох, какая красота. Помни. Смотри, я купил тебе машину. Это мне? Конечно. Это ж просто офигеть. Машина? Мне ж вообще нечем крыть. Пом, ты выйдешь за меня? Ох, да. Что? Не может быть. Друг мой, а ну-ка рассказывай, что случилось. Это случилось. Ты прекрасна. Я знаю, как тебе помочь. Есть один приемчик. Чего? О, нет. Мы умрем! Что нам теперь делать? Бежим. Давай, Пом. Просто беги, не оглядывайся. О, нет. Какой кошмар. Нам конец. О, нет. Не бей меня. Не надо. Ну, тут каждый сам за себя. Он меня бросил. Только и можешь что слабых обижать. Найди себе противника по размеру. Давай, нападай. И тебе конец, порождение зла. Возвращайся в ад. Пока. Джекс, ура. Все для тебя, малая. Ты был неподражаем. Помни. Вот ты где. Рад, что ты в порядке. Ты трус, ну, проваливай. Я люблю тебя, Джекс. Ну, и я тебя люблю. Я знал, что это сработает. Кейн Купидон на страже ваших сердечек. Спасибо, Кейн. Люблю тебя. Надо навести порядочек. Ну дела, а ты у нас ты кто? Ты устал. Простите, что? Тебе надо отдохнуть. Что? Это... Давай-ка найдем остальных. Так, только не жульничай, Джекс. Да не в жизнь. А? Ой! Я выиграл! Ладно, вот тебе! Воу! Поймал! Игра окончена, а теперь спать. А ты еще кто такой? Извини, конечно, но в руководстве по цифровому цирку сказано, что мы не обладаем чувствами и не спим. Это неправда. Зацени. Нет! Так, что там в руководстве? Отступаем, отступаем! Да как тебя достать? Привет, Зубл, тебе помочь? Надо голову обратно к телу прицепить. Сей момент. А вот и я. Привет, друзьяшки, что ж вы еще не спите? Нет. У тебя отлично получается. Еще заход. Помни, давай. Каешки-баешки, девчонки. Кто это? Не знаю. Сладких вам снов. О, нет. Помни. О, нет, придется бежать. Иди ко мне. Отстань. Иди в объятия Морфея. Ой, мне не допрыгнуть. Что же делать? Не трогай меня, прошу. Ты мне нравишься. Есть последнее желание? Я хочу потанцевать. Ну да, это можно. Правда? Давай потанцуем. Уи. Все, достаточно. О, нет. Спокойной ночи. Стой. Скорее, надевай. Теперь бежим. Что? Ты за это заплатишь. Не сработало? О, нет. А? Вернись. Надо найти Кейна. Он всегда знает, что делать. Кейн, вставай. О, точно. Помни, нашла выход. Что? Как? Кейн, спаси нас. Сейчас ты нам за все ответишь. Лапы. Я поймал его. Молодец, королёр, а ты спать. Мы победили. Помогите. Без паники, девочки. Кейн уже здесь. Ох, спасибо, Кейн. Привет! Это что? Бежим! Спасайся, кто может! Вы чего? Сейчас я его щелкну! А куда все подевались? Ну нет. Я же просто хотел поздороваться. Тут он меня не найдет. Ёк-макарёк! Кейн, а как же монстр? Он сильнее меня! Друзья, где же вы? Не надо от меня прятаться! Ну же, Кейн, он уже близко, сделай что-нибудь! Дайте я подумаю... Вы говори обо мне! Нет. Вот, я тут! Он нас сожрёт! А ну-ка бежим отсюда! Вы чего? Ну почему от меня все убегают? Так, ребята, надо просто сидеть тихонечко. Да он что, на ценных нас не найдет? Мне вот не страшно. Меня вообще ничего не напугает. Паук, бежим! Ой, что это было? О, как хорошо, что я на вас наткнулся. Какие зубища!
Приятель, ты в порядке? Что? Отойди от меня! Опять? Ну почему? Неужели я такой страшный? Надо найти укрытие! Да, но где? Смотри, туда! Пожалуйста, откройте! Пароль! У нас нет пароля! Ну что ж? Что? О нет, он идет вот сюда! Где? Рогата, открывай! Хэнгл, хватит уже шуметь! Нам конец, умоляю! Давайте устроим дружеские посиделки! А меня почему не пустили? Я тоже хочу! Нам его не победить! Ну, мы должны что-то придумать! О, нет! Знаю, но что? Ну, мы могли бы впустить его? Мы что, играем в прятки? Не трожь нас, чудовище! Мои глаза, я ничего не вижу! За что? Бежим! Стойте! Я же пытаюсь вам объяснить! Что же делать? Иди ко мне, девочка! Я не хочу пойти на корм пауку! Мамочки! Не надо убегать! Ну же, постой! Не убивай меня! Черт, не может быть! Мне конец! Я тебя не трону! Почему ты так решила? Я тебя боюсь! Ты страшный! Да, наверное, ты права, но я не желаю тебе зла! Значит, ты друг? Да, друг. Прости, что напугал. Это отличная новость! И ты меня прости, что была предвзята. А теперь давай познакомим тебя с остальными. Нам туда! Надеюсь, я им понравлюсь. Вперед! Кажется, помню, пропала. Привет! Привет, друзья! Я здесь! Помни, что ты делаешь! Народ, он не злой монстр, он хороший! Я просто ищу друзей, я вас не съем! Я тебе не верю! Королёв, нет! Тебе не усыпить мою бдительность! Но я говорю правду! Мой друг! Ох, ты в порядке? Прошу, не умирай! А? Что же я наделал? Давай, очнись! Мы будем друзьями, только не умирай! Эй, не лейте слезки, у вас есть я! Ого, я жив! Спасибо, что спас меня, Кейн! Я ужасно сожалею, прости меня! Это в прошлом, а теперь давайте будем дружить! Конечно! Надеюсь, она не заметила. Куда ты? Вернись сейчас же. Не-а, ой-ой, западня. Да брось, я просто хочу поговорить. Отдай! Прости. Какой шустрый. Так и есть, пока. Джекс, где ты прохлаждаешься? Давайте, парни, заходите с фланга, я прикрою. Все в игрушки свои играешь, а? Ауч! Ты чего? Твой сын опять хулиганит. Да он просто бунтарь, весь папаша. Ну что, готовы идти на вечеринку? Еще как. Ладно, Джекс, ты за старшего. А? Что? Что за вопли? Смотрите, я Тони Хоук! Расступись! Нет, дорогу, дамы! Стоять! Ауч! Почему стены такие твердые? Идите, девчонки, оттянитесь как следует. Хорошо, спасибо, Джекс. Так, веди себя прилично. Ой, есть, капитан. В общем, дай мне спокойно поиграть и не разнеси тут все, ты понял? Ладно, я понял. А? Ты чё? Получай! Так, с меня хватит. Диван сегодня мой, как и плойка. Топай! Итак, продолжаем. Я бы поспорил. Нет! Пока! Вот шпана! Развел тут бардак! Прекрасное далеко-нибудь ко мне. Дай мне ленточку. Нет, нельзя, не надо. Опс. Это же мое тело. Твое тело отлично подходит, чтобы перевязать подарок. И где этот? Вот ты где. Я же просил не баловаться, а ты что? Прости, держи. А? Мне? О, это так мило. Открывай. И что же там? Ай! Купился. А ну вернись. Мне никто не поможет. И где же он? Я тут. Поймай меня, если сможешь. Ты что задумал? Лови. О, черт, ловлю. О, нет. Сынок, этого не может быть. А? Глоньки? Но почему? Берегись. Ай, паршивец! Ха-ха, увидимся! Куда он делся? Нет! Руки вверх! Нет, прошу! Сейчас вылетит течка! Это ферзец! Нет! Блин! Холодно! Хватит! Ой, пока-пока! Ну и где он? Газуй! Глотай пыль! Прочь с трассы! Газуй! Газуй! Это что такое было? А может... пофиг, я в деле! Юху! Ребят, а вы где? А? Объезд? У меня нет рук!
я выиграю! Нет уж и не надейся, первым могу быть только я! Вот тебе! Ой, да. Так нельзя! Я тебе покажу первое место! Держи руку! О, нет! Стена! Отдыхай! Посторонись! Ну, кто следующий? О! Джекс, смотри под колеса! Я победил! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, блин! А вот и финиш, лошара! Ой! Я победил, как всегда. Зато ты не можешь так. Тыц-тыц-тыц-тыц. Да неужели? Посмотрим. Тыц-тыц-тыц. Привет, ребята! Привет! Как прошел день? О, мы повеселились на славу с этим парнем. Это он! Не с места! Он украл и мое тело! Вы имеете право хранить молчание, бла-бла-бла. Нет, я могу все объяснить. Я так и знала, что тут что-то нечисто. Признавайся. У меня важные дела. А ну вернись, я тебя достану. Нет, не бей меня. У меня тут 100 килограммов пуха. Сестра, ты что делаешь? Ой, просто развлекалась. Какие нездоровые у тебя игры. Хватит делать вид, будто тебе на меня пофиг. Но мне и правда пофиг. Пока. Ты куда собралась? Тяжело-то как. Привет, Пом. Тебе помочь? Да, спасибо. Эй, зачем так делать? Я подумала, так будет быстрее. Давай я заглажу свою вину. Вот, прими эту розу. Спасибо, наверное. Ой, вообще-то мне она идет больше. Хочешь фокус? Оу. Смотри. Оу. Готово. Фу, гадость. Ой, вот умора. Утопим печали в яблочном соке. За здоровье. Мне кажется, или в тебе что-то изменилось, Кауф. Ты так похорошел. Спасибо, что заметила. Не за что. Кстати. Что? Посмеемся? Чего? Подыграй мне. Привет, рогата. Привет, ребята. Кто это сделал? Ах ты, да. Теперь ты смелей. Ладно, она и не заметит. Ну что ж, а теперь я. Все готово. Мочится. Что ж, за мой гений. Как же весело. А как тебе такое? Неплохо, но зато я выше прыгаю. Это мы еще посмотрим. Толчок слабоват. Вот как надо. О, слышу звуки веселья. Хотя оно какое-то скучное. Выше. О, нет. Полы холодные. Что случилось? Ну что, подружка, попрыгаем? Нет, подожди. Я иду, помни. Давай, Зубл, ты сможешь. Девочки, помогите. Джекса, ты в порядке? Это мое. Это мое. Воровка. Привет, девчонки. Как у вас делишки? Лучше, блин, не бывает. Джекс, твоя сестра всех бесит. Горжусь. Угомони ее. Ну, вообще-то есть пару вариантов. Что? Мы могли бы... Хорошая мысль. Денек что надо, а? Бесплатные деньги? Кайф. Я буду богата. Вот и дверь. Как-то подозрительно, но мне пофиг. Я свободен! Это ловушка! Надо бежать! Тебе не сбежать! Готовься к смерти! Я не хочу умирать! Смотрите, кто расплакался! А? Ты смеешься надо мной? Привет, дорогуша! Позволь открыть тебе правду! Получилось! Купилось! Что вас так рассмешило? Твоё лицо! Это все придумал Джекс! И так тебе и надо! Ты уебок! Хорошая работа, дорогая! Боже мой! Помни! Нет! Постой, я просто хочу поговорить. Помни, послушай, я должен кое-что сказать. Это может прозвучать странно, но каждый раз, когда я вижу тебя... Господи! Я просто собой! Помни, за что! Ох, кошмар. От кого прячешься, моя дорогая? Кто-то преследует тебя. Черт, опять этот выскочка. Эй, чего это за кислая мина? Ну-ка, быстро улыбка до ушей. Но я пытался сказать ей, что она ладно, мне... Ладно, я понял. Давай-ка проведем тебя в порядок, ладно?
Ладно? А, вот, цветочки подари, что ли, тогда она тебя заметит. Девчонки их обожают. Все, ноги в руки и пошел. Цветы? А, ну конечно, ты гений, Кейн, спасибо. Ля-ля-ля. Помни, позволь вручить тебе этот букет. Ой, это мне как мило. Серьезно? И это, по-твоему, идеальный подарок? Вот идеальный подарок. Джекс, ты помнишь? Для моей принцессы только лучше. Ой, прекрати. Да, блин. Кейн, ничего не вышло. Дай-ка подумать. Ну, конечно, опля. Гитара, ну и нафига она мне? Иди к ней и вырази чувства с помощью песни. Отличная мысль. Помни, ой, послушай. Привет. Я так давно хотел сказать, как я хочу тебя обнять. Хорошо сказать, что ты прекраснее всех. Помни, я люблю тебя и твой веселый смех. Проклятье. Ладно, попробуем по-другому. Прячемся, тихо. Ох, так есть хочется. А поделиться не хочешь? Нет. Точно, еда — это ключ. Чего? Это ж просто... просто идеально. Спасибо, выручил. Уж это она оценит. Надо скорее ее найти. Ей точно понравится. А? Что это у тебя? Банан? Дай мне. А ну отдай. А не то я тебя... это нет, я тебя... Да, я как раз... Ой, прости, есть хочется. Тогда наслаждайся. Ой, спасибо. Вкусно. Так он волшебный? Спасибо. Будь я проклят. Ни один из твоих трюков не сработал. Ну, тогда просто будь собой. Сделай предложение. Но что, если она откажется? Вот почему тебе надо попрактиковаться. На мне. Ну, не знаю. Что ж, есть еще средство, только осторожно. Оно очень мощное. Да-да-да. Где же она? О, нет! Может, узаконим наши отношения? Блин, да как так-то? Ты выйдешь, а? Помни, я тебя люблю! Ох, Джекс, я согласна! Этого не может быть, я сдаюсь. Я люблю тебя. Джекс, ты офигел? Ты что, мне изменяешь? Чего? У тебя есть девушка? Я могу объяснить это недоразумение. Она просто... Уж сейчас я с тобой поболтаю. Боже. Пом? Привет. Да все норм. А может прогуляемся? Прям вдвоем? Да, прям вдвоем. И готово. Ура! Так, абракадабра. Ой, какие же вы милашки. Интересно, учитель скоро? Так, перемена окончена, все по местам. Я сматываюсь. О, опять беспорядок развели. Вы же знаете правила, игрушки после себя кладем на место. Итак, начинаем урок. Возвращайтесь, ребят. Выпустите нас! Это что за шум? Мы свободны! Что вы там забыли? Вы нас заперли! Вот вам! Это еще что за хохот? Успокойтесь и все внимание на доску. Это ваше задание на сегодня. Кто это сделал? На меня не смотрите, это Гэнгл. Что? Это не я, учитель, клянусь я. Молчать, вставай, сейчас же бегом к доске. Ладно, но это не я. Так, это сюда и это должно получиться. Потрясающе! Привет! О, привет! Давай дружить! Иди сюда, кроха. Ну что, у меня пятерка? Нет, у тебя двойка. Ой, мне так жаль, учитель. Гэнгл, ты что наделал, кровопийца? Фу, за что? Ты ее расстроил. Не могу дышать. А я думал, что ты большая молодец. Ой, спасибо. Ох уж эти дети. Так, кто следующий? Можно я? Слишком высоко. Нужна помощь? Вот, так будет лучше. Спасибо. С чего начать? Что ж, Пуньк, подставляй лодежник. Счастливого Рождества! Там упадать! Ой, у Санты новый олененок. Но Рождество прошло. Два тебе. Но, учитель, сами подумайте. Сами подумайте. Рождество – это не день. Это состояние души. Тогда вот вам плевок в душу. Нет, пузырек! Чьи это проделки? Что? Я знаю, кто это сделал. Чего? Гэнгл, второе предупреждение. Поняла меня? Это не я! Эй, штраф тебе за клевету, понял? Кауфму, ты следующий. Ладно, это сюда, а теперь это сюда. Да, теперь я стану великим ученым. Ого,
Выплюнь. Ты меня вообще слушал? Марш на место. О, мне так жаль, Пузырек. Но я же так старался. Так, никто не смотрит. Отлично. Кейн, ты следующий. Наконец-то. Сейчас я вам покажу настоящую науку. Мое творение готово. Ну как, учитель? Сейчас посмотрю. О, мои глаза, ты что творишь? Теперь ты можешь сбежать. Кейн, давай, подожди, Пузырек. Нет, бежим. Ну вот, видишь, проще простого. Сбежать надумали, да? Что это было? Куда это вы, молодой человек? Вы нас не остановите. Что-то я сомневаюсь. Нет, мы ни в чем не виноваты. Отпустите нас. Директору будешь заливать. Так нечестно. Давай, Зубл, все получится. Я в курсе, спасибо. Молодец, я готов. Вот так. Что-то мне не так. Нет. Власть, наконец-то. Я отомщу за все унижения. Нет, пожалуйста. Вот тебе. Ты издеваешься? А ну, окстись. Ну так, у меня 5? Нет, не 5. Ладно, Джекс, теперь ты. Я? Да. Капелька того, капелька сего. Супер, а теперь секретный ингредиент. Найс. Так, ты готов? Что ты задумал? Ну как вам? Какой ты очаровашка. Иди сюда, Пузыречек. Я заберу твою душу. Господь всемогущий. Он расселся. Нет, умоляю, не надо. Я тут, ёк-макарёк, Пузырёк. Остановись. Я чуть не умер. Это же ржач, согласен. Ржач, значит? Вон из моего класса. Эти дети меня доведут. Я хочу попробовать. Ладно, давай уже. У меня есть не имеющая аналога формула, с которой я намучу идеальный реагент. Готово. Теперь опробуем. Давай. Всего пару капелек и... Ого, я настоящий мальчик! Отлично, ты справился, королёв! Еще бы! Он подсмотрел ее в интернете! Тише ты, завистница! О, моя маска! Ну все, ты меня разозлил! Пощады не жди! Думаешь, ты самый умный? Ну да. Зато я самый сильный! Так, все, прекращайте безобразие. Он единственный справился с заданием. А ты убирайся. Ты же заслужил вот это. Оу, вау, я справился. Ну же, восхваляйте меня. А вот и звонок. Урок окончен, все по домам. Ура, наконец-то! Ура. Учитель, я же еще не... Нет, иди домой. О, так нечестно. Можешь поэкспериментировать завтра. Ты прав, Пузырек, спасибо. Ой, урок начался. Простите за опоздание. Ого, это новенькая? Какая красотка. Чего это они так вздыхают? Какие длинные уши. Ай, гляньте на него. Подвинься. Прошу, леди, сюда. О, спасибо. Это так мило с твоей стороны. Обращайся. Не так быстро, косой. А? Что это было? Это место будет получше. Окей. Тишина, сейчас будет тест. Он что, сегодня? Нет. Вот, блин, так нечестно. Блин, камон. А? Что? Да я без понятия! Я не умею читать! И не тормозите, у вас 20 минут! Я не знаю, как это решать! Я могу помочь, если хочешь! Правда? Вообще хочу! Конечно, дорогая, приготовься удивляться! Спасибо! Нет, так нечестно! Кейн жульничает! Не в моем классе! Ой-ой! Я слежу за тобой, Кейн! Чуть не спалились! А ты, это я беда, вот ты кто! Сама я не справлюсь! О, самолетик! Так, что тут? Королёр написал мне все ответы! О, надеюсь, это тебе поможет. Конечно, спасибо, королёр! О, точняк! Тогда я тоже сделаю самолетик, и она меня заметит. Ого, смотрите, летит! Давай, самолетик, давай! О, прямо в лоб! Кто это сделал? Это Кэтнер, я сам что? Видел. Ты совсем сбрендил? Что ты сказал? Я слышал. Ну прекратили, я не потерплю такого у себя на уроках. Ладно. Надо поскорее проверить работы. Я должна сдать. Сейчас я оглашу результаты. Как видите, Джекса сдала лучше всех. Я сдала! Вот это да! Это потому, что ей помог и да я. Да нифига, это я ей помог. Это я ей помог. Урок окончен, выметайтесь. Наконец-то пойдем на улицу. А где Джекса? Я так рада, что мы сдали. Я тоже. Хорошо, прими этот букет. А ну с дороги. Я хотел сказать... Мой подарок лучше. Отстаньте от нее. Она не будет с вами встречаться. Это мое место. Джекс, солнышко, скажи, ты когда-нибудь видела такие...
мускулы. У меня есть отличная идея. Что? Предлагаю устроить состязание за сердце Джекса. Вы этого хотите? Ну да, я бы посмотрела. И первый участник — королёр. О, моя королева. Вот мое предложение. Со мной ты будешь жить в полной безопасности в стенах этой великолепной башни. Ого, высочущая. Тем больнее падать. Что это такое? Я могу достать для тебя все деньги мира. Ого, заманчиво. Вы видели этого пацана? Не, не видели. Вот как? А если так? Больно же. Ты арестован. Ну, собственно, мой черед. Я могу подарить тебе любого питомца, какого пожелаешь. Сквертл, Сквертл. Ой, какая прелесть. И сколько угодно еды. Как ты узнал? Одного мало, держи еще. Ненавижу порталы. Бургеры, можно я его съем? Кейн уже давно нас не кормил. Что болтаешь-то? Это правда. Так конечно, что, можно? Держи. Не-а. Ах ты, какаша. Да, уши любят и не приврать. Да как ты смеешь? Хватит с нас. Ну, руки прочь, чудовище. Ладно, теперь я покажу свое мастерство. Погоди. О, все, замер. Все готовы? Смотрите внимательно. Погодьте, где яблоко? Ой, я его съел. Ты все испортил. Другого кого-нибудь найду. Я теперь яблочный пирог. Отлично, не двигайся. Кажется, я перейду. Ой, пронесло. Ой-ой. Это плохо. Кто это сделал? Это не я. Пока. Вернитесь, молодой человек. А я выражу свои чувства с помощью танца. Потрясающе. Ты такой милый. Ты отстой. Плевал я на твое мнение. Нет, голова раскалывается. Спокойной ночи, Кауфман. Куда он делся? А я могу приготовить для тебя любое блюдо. От кексов до чего-то более изящного. Чего? Попробуй. Очень круто. Скажу честно, это впечатляет. Да ладно, он из-за какого-то торта. Так нечестно. Она моя, прохиндей. Хватит, хватит драться. Я уже приняла решение. Правда? Ой, так, я буду с... сейчас выберу. Выбери меня. Тоже... Выбери меня. Нет, не тоже... я. Выбери меня. Ты. Что? Пингвинчик, мы будем вместе до конца наших дней. Ты шутишь? Как так? Это ж игрушка. И она вас всех сделала. Ай, да ну вас. А ну стой. Не-а. Опять собрался безобразничать. Ну, мам. Вернись. Безобразничать? Ну, я и покажу. Ой, сын! Ой. И чего ты роешься в моих вещах? Ну, мам. Хватит, он меня не слушается. Мне нужна помощь. Кейн, где ты? Я здесь, дорогая. Что за срочность? Твой сын опять хулиганит. Звезда падает. Загадай желание, мам. Ну, чтоб она тебя отпустила. Так, прекращай беситься. Кейна, привет. Ну что, идем за покупками? Ой, точно. Пока, ребята. Увидимся позже. Конечно, увидимся. Что? Удачи пока, тебе, мальчики. Давай поможем пузырьку с уборкой. Рук-то нет, помогите! Ну что? Ты серьезно? Ага, но... я только швабру возьму и... Куда он подевался? Уи, газуй! Стойте! Ой, ты в порядке? Ага, неплохой болид, но как вам такое? Вау! Ну что, прокатимся? Да! Вперед! Да! Уи! Ух, строили, наконец построили! Ну что за... Юху, куда полетим? Да-да! Нет, не смейте! Я не умею тормозить. Вы что наделали? Ой! Теперь сами собирайте. Ой, надо сматываться. Не волнуйся, Зубл, я их догоню. Ой, нет, маньяк. Трусишка. Дай пять. Бежим. Они еще пожалеют об этом. А ну стоять, бандит. Отлично, попался-таки. Я расскажу твоему отцу, как ты себя ведешь. За что? Не так быстро. Ого, вот это да. Ты просто ужасный. Молодцы, ребят. Я б так весь день лежал. Да, хорошо бы. Опять тухлые взрослые. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты чего меня бьешь? Помни, просто расслабься. Все прямо, как я и думал. Лови. Ай, да в чем твоя проблема? Ты в меня кокос бросила. Что? Ничего я не бросала. Уймись ты. А теперь гранд-финал. Коконат-диско-бол. Ой.
Это уже слишком! Эй, ты нарываешься! Вот тебе! У меня есть идея! Да, излагай! Да, расскажи! Ну, сначала мы... Что? О, да! Бесишь! Мам! Да? Я тебя ненавижу! Ты худшая мама в мире! Что? За что? Посмотри на себя! Мы расстаемся! А? Нет, пожалуйста, я прошу тебя! Кончай ныть! Я люблю другого! Мое сердце разбито! Ой, умора! Ой, птенчик, ну откуда он тут? Вдохнем в него силу предков. Нет! Каждый сам за себя. Не может быть. Беги, угар. Привет, а вы тут птичку не видели? Да вот же она. Спасибо. Ой. Еда! А вила нет, подожди. Вкусно. О нет, это было слишком. Выплюнь. Ни за что. Это плохо. Отступаем. Бежим. Подожди нас. Что нам делать? Не бросайте меня. Ты следующий. Она слишком быстрая. Мне не убежать. Помогите. Обожаю крольчатину. Нет, отстань. Хватит. Я тебя поймаю. Ага, мечтай. Куда же? О, сюда. Улизнул. Я тебя размажу. Думаю, я смогу оторваться, если поднимусь по лестнице. Мне надо туда, я чувствую. Вернись! Ну же! Сейчас же! Ой, чутье подвело. И что мне теперь делать? Она уже близко. Я загнала тебя в угол. Отвали! Никуда тебе не деться! Хватит! Нет! Обернись! Что там? Папочка! Лапа прочь от моего сына! Когда ты первый? Осторожно! Тебе меня не остановить! Действительно в это веришь? Ну, подумай еще. Нет, пожалуйста! Все закончилось! А где твой посох? Папуля, прости меня, это было так глупо, я больше ничего так страшного. Не буду, обещаю. Держи! Ого, спасибо о, большое, мамуля папочка. Вернулась. Мама вернулась. Я дома. Ну что, у вас все в порядке? Да, еще как. Да, все шикарно. Милая, прости меня, я исправлюсь, обещаю. Ты о чем вообще? Я весь день ходила по магазинам. Вам об этом что-то известно? А, абсолютно ничегошеньки, я ничегошеньки не видел вообще на редкость сегодня мирной земли, как оказался пока. Поверить не могу, что мы делаем это. Я так счастлива. Я тоже, да. Столько всего впереди. Как здорово, дорогая. Объявляю вас мужем и женой. Можешь поцеловать невесту. Да. Ёк-макарёк. Я так этого ждала. Выбора нет. Любимый. Стоять. Что? Изменщик ушастый. Ну что? Еще одна пара. Она ревнует. Уберите ее. Что? Отлично! Спасибо, пузырек! Я расскажу вам, что произошло. О, блин, я так устал. Выпить бы чего-нибудь холодненького. Привет, Джекс. Я хочу тебя угостить кое-чем. Ого! Спасибо тебе! О, боже, спасибо! Рада, что понравилось! Ну и дрянь! Привет, Джекс! Как дела? Смотри, что я принесла! Вау, монстр! Обожаю его! Ты лучшая! Он уронил мой подарок? Ты всегда знаешь, что подарить! Что? Да ладно тебе! Почему он меня не любит? Монстр? Стоп, это не я! О, теперь ясно. А вот тебе от меня. О, Джекс, ты такой добрый. Надеюсь, что тебе понравится. Это очень особенный подарок. Здорово. Какого черта? Как вкусно. Помоги мне. Привет, помни. Мне бы не помешала твоя помощь. Да, уже бегу. Отлично. Это мой шанс подменить ее подарок маленьким сюрпризом. Фух, было близко. Он почти ускользнул. Так, что тут у нас? Монстр! Сдохни! Где она? О, боже! Мой подарок! Умри! Тебе не понравилось? Что? Просто ужас! Не могу поверить! Мне так жаль! Джекс, что с ним? Как же так? Что случилось с ее добротой? Как ты, Джекс? А? Что это? Твой подарок, дорогой! А я что, подарил? Да, и я в восторге. Я и помню подарил, но ей не понравилось. Я уверена, она... Джек! Что? Я испекла пирог. Вау! Что? Целый пирог для меня? Но... О, у меня есть идея. Увидимся, красавчик. А, мой любимый. Посмотрим, как тебе такой пирог. Окей, погнали одним махом. О, нет! О, боже, отвратительно! Джекс, что с тобой случилось? Пирог ужасен. Может, он отравлен? Ты так думаешь? Помни, плохая. Эй, Джекс, привет! Ты накормила меня отравой! Что?
Фу, неблагодарный! Мой живот! Приготовлено с любовью! Вау, спасибо! Сейчас попробую! Вкусно! Ты заслуживаешь только хорошего! Ну, в таком случае, ты выйдешь за меня? Конечно! Идеально подходит! О, Джекс, я счастлива! Столько воспоминаний с этим дураком! Я была влюблена, но видно, не судьба. Тук-тук. А вот и я, помни. Чего тебе? Я выхожу замуж за Джекса, знала? Нет, с Джексом? Как так? Я подменила подарок и подсыпала корм в твой пирог. Это был мой план. Так это ты! Я иду к Джексу. Не выйдет. Он точно... Что? Что ты собираешься сделать? Убрать тебя! Моя голова! Что? Где я? Что ты делаешь? Отпусти меня! Гигантский лазер? Я выхожу замуж, а ты лишний груз. Что ты сказала? Тебе конец! Он включается! Нет, пожалуйста! Не надо! Прощай! Не надо! Никого не впускать! Дома! Нет! Надо бежать, пока не поздно! На помощь! А? Что это? Что за дверью? Не твое дело! Нет уж, Кейпа, что за? Я увольняюсь! Нет! Пузырек поможет! Пузырек? Ты спас меня! Не благодари! Спасибо тебе! Готова! Наконец-то я свободна! В долгу не останусь, Пузырек! Друзья должны помогать! Вот как было на самом деле! Да, это так, да! Как так? Невозможно! Это правда? Как ты все это объяснишь? Ну, я пыталась. Я так и не получила его. Все кончено. Джекс? Нет, стой! Обманщица! Да! Все из-за тебя, помни. Тебе конец. Бежим! Уходим. Куда собрались? Вернитесь по-хорошему. Она слишком сильна. Помни, подожди. Наконец-то я смогу отомстить. Что ты делаешь? Я буду вместо тебя. Нет. Поймал. Невозможно. Осторожно. Вам крышка. Нет, пожалуйста. Вы заслужили это. Это конец. Умрите. А? Что ты делаешь? Провожаю тебя. Нет. Пока. А теперь свадьба. Кейн. Невеста. Спасибо. Ну что ж, ваш выход. О, моя, помни, ты выйдешь за меня? Да, конечно. Я так счастлив. Наконец-то. Целуй невесту. Как чудесно. Я люблю тебя. Я люблю. Так легко не отделаешься. Он сошел с ума. Я заряжен. А ну вернись. Это сработает. Смотри под ноги, помни. Он слишком быстрый. Что же делать? Попытаюсь спрятаться. Не смотри сюда. Я чувствую твой страх, помни. Сейчас ты будешь трястись. Еще и от тока. Где она? Черт, я должен ее найти. Ну же, уходи. Она не могла далеко уйти. Но вот куда? Он приближается. Вот и я, Ай-яй-яй-яй-яй. Что это? Ты? Я не знаю, что происходит, но ты ее не тронешь. Не стоило мне мешать, глупец. О, об этом я не подумал. Время бежать. Нет, ты останешься здесь. Быстрее. Боже мой. Джекс. Что? Не делай этого. Молчать. Не сработало. А ну вернись, мелочь. Да, все камни силы в полной безопасности. Стоп, где камень молнии? Пузырек, ты его съел? Говори правду, Пузырек, это не шутки! Кейн, помоги мне! Джек стреляет молниями и он хочет убить меня! Значит, это он украл камень молнии! Он дал ему суперсилы! Да, но... Вау, что это? Какой классный! Можно потрогать. Осторожно, помни, он превратит тебя в... Пузырек!
Пузырек! Что с ним? Он приближается. Он здесь. Просто отлично. Два по цене одного. У меня нет выбора. Нужно стать сильнее. Это пламя сложно удерживать. Божечки. О, он поглотил силу огня. Жар течет по моим венам. Молодец, Кейн. Хватит ли у тебя сил остановить это? О, нет, пожалуйста, я не хочу умирать. Только не так, Кейн. Все под контролем. Беги за помощью. У нас мало времени, поспеши. Ты мне не ровня. Слишком много энергии. Кукарек. Ох, извиняюсь, друзья. Что стряслось, Кейн? Все в укрытие. Джекса вышел из-под... Слишком силен. Что происходит, Джекс? Как насчет перегруженных глайнгов? Невозможно. Пас. Бежим. Кейн, я помогу. Я в шоке. Отстань от меня. О, нет, тупик. Пожалуйста, хватит. Я разберусь. Так, камень льда окутывает тело, даруя мне силу. Получай. О, нет, их еще больше. Но я сильнее. Следующий. И это все? Что ты сделала своим войском? Ты заплатишь, помни. Черт. Силу льда не победить. Хочешь, рожок? Пробник даром. Стой. Получилось. Ты герой. Сейчас, Кейн, я помогу. Помни, стой! Огонь плавит лед! Я могу тебе навредить! Ребят, осторожнее! Думаете, я с вами шутки шучу? О, нет! Теперь я сбежал! Не подходи, псих! Осторожней! Ваши атаки бесполезны, в отличие от моих! Берегись, я понесу тебя! Что это? Больно! Отдохнем! Помни! Я хочу поблагодарить тебя. Перестань, мы же друзья. Наслаждайтесь отдыхом, ведь он наш последний. Нет, Джекс, не надо. Еще как надо. Это конец. Ваше последнее слово, друзья. Стой, смотри сюда. Как? Сила земли. Королёв, давай. Ой, сам. Ты слишком слаб. Перестань. Вы готовы испытать всю мою силу? Эй, помни, ты хороший друг. Ты тоже. Он заплатит. Я не позволю тебе навредить моим друзьям. Ха-ха-ха, вам конец, друзья. Что за... Ауч, отпусти. Какая мощь. Я положу всему конец. Наш выход. Ка-ме-ка-ме-ка! Можете, нет! Что это было? Мы сделали это! Отлично! Теперь все! Я вернулся! Отлично! Пузырек! Моя голова! Здорово! Он вернулся! Извините за все! Эта сила ослепила меня! Да! Не волнуйся! Все хорошо! Рад, что все целы! Мои уши! Срочно воды! Кто-нибудь помогите! Выпусти меня! Что ты задумала? Мам, не двигайся! Не надо, солнышко! Надо! Я не хочу умирать! Что это? Во что я превратилась? Пока! Деточка, ты видела маму? Ее нигде нет. О, да! Вот она! Вау! Точь-в-точь она! Я помню, тупой копнюк! Помни? Почему? Ты мелкая! А ну, вернись! У тебя проблемы, юная леди! Ауч! Он упал! Больно, свертится. Стой, ты никуда не пойдешь! Как весело! Они нас не видят? Ого! Погнали! Ощущение отпало! Идите ко мне! Было офигенно! Попалась мелочь! Этого не может быть! Приготовьтесь страдать! Привет, мальчики! Вау, как у тебя получилось? Трость помогла! Я взяла ее у твоего отца! Глоинки, вернитесь ко мне! Стойте! Нет, мой стол! Прекратите это безумие, пока я не разозлился! Вы слышите меня? Я устал возиться с вами весь день! Вот достану я трость... А где она? Игры кончились! Я не потерплю такого поведения! Я верну это твоему отцу! Папочка, стой!
спаси! Да слезай с меня! Это мой единственный шанс! Поймал! Больно же! Я забираю это, сэр. Нет! Эй! Она у меня! Хватит! Легче легкого! Вернитесь! Дорогой, у тебя получилось? Нет, я не смог. Они же дети! Сраны, суки, боже! Они нам не ровня! Люблю эту игрушку. Мой самолет разбился. Довольна своим поведением? Больно! Да плевать мне! Кому не... Ты получишь по заслугам, клоун! Я не клоун, я... Что? Нет! Все равно заплатишь. Приятель, держись от нее подальше. Нет, стой, ай. Вот, нет тебе. Ты в порядке? Агась, супер. Я все папе расскажу. Беги, Плакса. Какой хороший день. Нужна помощь. Что не так, малыш? Кто это сделал? Они. Они нас тоже задирали. Ух, мы вам поможем. Я обожаю эту песню, она такая крутая. Вот ты где. На! Ауч! Зачем ты так? Твоя дочь издевается над моим сыном. Ау, а я ее везде ищу. Мерзавец! Я делаю все, что могу, ладно? Я везде искал. Мы услышали все, что нужно. Этот предатель, он заплатит. Пузырек? О, привет! Мы не хотим с тобой дружить. О, окей. А как насчет этого? Пузырек, он их нашел? Сейчас узнаем. Пахнет жареным. Сейчас получите. Мы должны догнать их. Да. Я даже не знаю, куда бежать. Попалась. Промах. О, нет, надо спрятаться. Почему они так злятся? Я же просто играю. Ох, ну же, она ведь не могла далеко убежать. Что же мне делать? Оу, нашлась. Будет весело. Они уже здесь? Превращение. А вот и ты, мелкая. Где она? Окей, было близко. Кто-нибудь, сюда, она нашлась. Просто отлично, могла бы ты отдать ее мне. Уж я-то займусь ее воспитанием. Берите! Руки прочь. Рогата, не дай ей убежать. О, черт возьми. Неважно, трость у меня. Я должна найти ребят, пока не поздно. Она была там. Парни, они забрали мою трость. Если хочешь, можешь взять мою. Спасибо, дай-ка я попрактикуюсь. Стань конфетой. О, что нет, такое? Не сработало. Не работает, странно. У него трость. Я так сильно устал. Пришло время посчитать прекрасных овец. Весь день ждал этого момента. Сладких всем снов. Это мой шанс. Главное его не разбудить. И затем забрать ее. Осторожно, как тяжело. Аккуратнее. Так, попробую помедленнее и... заберу. Да, получилось. Молодец. Еще 5 минут еще. Что? Фу! Легкотня! Наконец-то мы ее вернули! Сколько же пранков можно здесь сделать? Пузырек? Чекова! Ты предатель! А о чем ты говоришь? Не стоило идти против нас! Вы доигрались! О, нет, что ты сделала? Ничего! Что мы будем с ним делать? Он слетел с катушек! Секундочку, кажется, у меня появилась идея. Вы правда думали, что это сработает? Он летит прямо на нас! Стеру! Куда нам бежать, ребят? Тупик! Так, ребят, нам придется использовать наши трости. Вы мои маленькие закуски. Максимальная мощь. Вау, щекотно. Как так? Что теперь делать? Прыгать ко мне в живот. Нет. Назад, монстр. Никто никого не съест. Что? Я снова нормальный. Хорошо, дети, вы в порядке. Да. Худшее позади. Слушайтесь в следующий раз. Конечно. Все это было запланировано. Серьезно? Вот почему моя трость совсем не работала. Самое главное, что вы в порядке. Ага. Забавно вышло. Обо мне не забудьте. Пипаные бога ради. Ой, ты права, дорогая. Не злись, пожалуйста. Все? Ты постоянно думаешь только о себе. А? Что ты сказала? Я тебе сейчас покажу. Класс. А напоследок передайте, помни, что я... Джекс! О, нет, мама, родная, не могу поверить. Я просто обязан узнать, кто виновен. Джекс, что случилось? Я тоже хочу знать, поэтому вы все заговорите. Итак, что вы можете сказать в свою защиту? Это не я. Я расскажу, чем я занимался. Я приготовил превосходный обед своей жене, чтобы удивить ее. Дорогой, на вид просто объедение. Ее добрая душа подарила точно то, что я хотел.
пятый PlayStation. О, Куинни, я люблю тебя. Милый. Теперь это моя. Что? Куда делась приставка? Воу, воровство пробуждает аппетит. Пока. Ну, вернись, вор. И все. Это правда, я была там. Здорово. Ты поймала его? А что, должен был? Неважно, это было помни. Что? Нет! Докажи это. Конечно, сейчас вспомню. Мы просто сидели и играли в пятый PlayStation. Спасибо за курицу, очень вкусно. Эй! Но Глоинки унеслись с нашей едой. И хоть Джексу удалось уложить несколько... Вы кабинашка! О, нет! Их было слишком много. Стойте, нет! Нет! Джекс! Что же я буду делать без своего первого игрока? Это все, что я помню. Значит, вы играли в мой PlayStation? Похоже, помни не при делах. Как я рад, что я вне подозрений. Голфман! Что он? Это был ты? Ощегай свой рассказ. Начинка как в торте, да? Моя история тоже быстро закончится. Мы сортировали кубы, пока не... Давай я помогу. Образовался токсичный газ. За что ты так со мной? Я думала, мы друзья. Что это с ней? О, нет, еще столько кубов собирать. Как скучно. Наконец-то вы в клетке, сорванцы. Этого должно хватить. Я пошел. Вот оно. Глоньки мне помогут. Так что я взял молоток и отпустил их. Риск был просчитан, но, блин, как же я плох в математике. О, боже, что я натворил? И это все за сегодня. Ты! Что я? Это ты их освободил, идиот! Что? Мне это все не нравится. Почему? Это была ты? Конечно же нет. Сейчас расскажу. Нет, не подходи ко мне! Хватит убегать! Будет весело! О, господи, нет! Зачем ты за мной бегаешь? Что ты делаешь? Нет, умоляю! Умолять поздно. Десерт подан. Возьми кусочек. Это все? Так нож был для этого? Боже, рогата! Я просто пыталась быть доброй. А можно кусочек? Одного будет достаточно. Да. О, спасибо. Наслаждайся, Кауф. Ням, вкусно. О, нет, снова оно. Ядовитый туман. Кауфма, хоть бы подальше отошел. Это все, что было. Так он из-за тебя навонял. Хватай ее. Да. Драки – это весело. Выглядишь странно. Да, но не прямо ужас. Я говорю о Джексе с зубом. Я не обязана ничего говорить. А я скажу, что тебе было завидно. Не смей. Как классно. Джекс, как же я тебя люблю. Животик на дорогу. Но ты меня не... О, идея. Может, если я прикреплю это вот к этому? Готово. Господи. Я что, жив, что ли? Конечно, дорогой! Оу, пожалуйста, без этого, ты уродина! Что он сказал? О, нет! И вот что? Достаточно! Прости! А ты что делал утром, пузырек? Я радуюсь жизни! Ладно, я тебе верю. Но тогда кто? Ну все, это ты! Рассказывай свою историю! Хорошо, полегче! Моя история такова. Что за беспорядок? Я должен немедленно все исправить! Получайте! Вы негодяй! С вами покончено. О, что за смрад? Мега-козюля. Ням. Что ты делаешь? У меня аж глаза покосились от твоего запашка. Быстро залазь в ванную. Ой. Сейчас приду. Кто это? Джекс? Ничего, точно. Смешно. Эй, ты в порядке, приятель? Да, спасибо. Тогда ладно, друг. Как это? Никто не виноват. Он жив? Что, черт возьми, случилось? Ура! Он в порядке! Расскажи нам, что случилось. О, конечно. Это была она. Ты про меня? Я попытаюсь быстро, нам. Я так классно тянулся с этим малышом. Хочу. Это геймпад королёра. Верни его обратно. Ты плохой. Поплачь, старуха. Что ты сказал? Какая ты невежа. Нет. На что я упал? Воу, полегче. Эй, это опасно. Чувак, уйди с дороги, быстрее. Остановись, я не хочу умирать, гадина. Господи, это плохо. Классный торт. Куда он делся? Передайте, помню, что я... Да, переборщил с драмой, но я это заслужил. Это был ты? Почему не сказал? Ну, никто не сказал, не сказать. У тебя мыло вместо мозгов. Мыло весело и все такое, но я голоден. Кто хочет поиграть? Это мой геймпад? Нет, стой!